Дорогие садоводы, еще одно растение из коллекции Сергея Маренкова. Вот такая очаровательная плюмерия. Мы застали уже здесь ее на излете цветения, но тем не менее она очень красива и замечательно пахнет. И вот у нее бутончиков еще достаточно много, да. Цветет она долго очень, она говорите, очень, да? Долго цветет. Она у меня цвела с октября по декабрь. Угу. Вот, потом из-за того, что стало холодно в оранжерее, перестало, ну, вот, бутончики сохранились, и они как бы не развивались, так и дожили до весны. Вот, и как только пригрело солнышко, где-то, наверное, с марта месяца, она вот до сих пор цветет, не переставая, и все новые и новые бутоны у нее появляются. Угу. Очень приятный запах, надо сказать, запах персика. Персик, да. Да. Запах персика. Тоже вот меняют окраску цветочки. Вот более свежие, они бело-желтые вот такие. А дальше появляется когда, да, розоватые. Краснота такая появляется. Ну вот тоже необыкновенный запах. И вы сейчас скажете, что особого ухода она тоже не требует, да? Ну, да, особого ухода не требует. Но однозначно не требует особого ухода. Просто... Ну, это... в руках профессионалов все так. Ну, нет. Вот как бы подкормка и полив, и все. Особого это, ухода нет. Это... Что еще? Ну, это растение семейства кутровые. Это родственник олеандру. Вот. Многие олеандры выращивают дома. Это то же самое из этого же семейства. Вот, что еще? Это на изломе у нее, если ветку сломать, молоко выступит, так же, как у олеандра. Вот, потом... Так. Это из семян растений выращены? Нет, это не из семян растений выращены, это из черенка. Многие сейчас в интернет-магазинах семян очень много продают плумерии. Многие растят, но они зацветают на 5-6 год. Угу. Вот, очень мне это долго ждать. Из черенка как бы. Быстрее, да? Из черенка, это вот мне привезли черенок из Таиланда, буквально сантиметров 10 он был. 3 черенка привезли, но она из-за того, что вот у нее такой суккулентный стебель, она очень легко поддается гниению, да, это как его при укоренении. Поэтому как бы вот из 3 черенков один выжил, но вот как бы укоренился и растет. Это. Угу. Вот. И их лучше укоренять, лучше всего, скорее всего, укоренять в амхе с фагнами. Угу. Вот он антисептиками является, вот, и поэтому лучше там. Понятно. Ну вот этому растению уже сколько? Этому растению года, наверное. В 3, наверное, от 3, силы, то есть силы, вот она, да, таким же деревцем вот растет. Да, да? Они очень крупные, поэтому как бы особенно из семян их растить, ну, проблематично, потому что они растут большие, да, угу. А цветения нет. Угу. Вот. Лучше все-таки из черенка, потому что как бы они буквально из черенка зацветают через 1,5 года после укоренения. Понятно. Ну вот так, дорогие садоводы, цветоводы-любители, ищите черенки такого замечательного растения, плюмерия, и наслаждайтесь персиковым, очень приятным ароматом.